А реагировать надо очень просто. Надо побеждать. Вы знаете, в самые разные времена к нам, как к советским, а сейчас к российским, неважно, журналистам, спортсменам, там, туристам и так далее, в разных странах относились по-разному. Но когда, так сказать, мы еще и представляли страну, а не просто были, так сказать, частными лицами, то, безусловно, находились в любой стране, даже самой доброжелательной, там, в той же, там, не знаю, не буду сейчас называть никого, чтобы никого не обидеть, люди, которые хотели выразить, так сказать, ненависть, негодование, презрение, опять же, так сказать, за всем известную тогда валюту. Поэтому относиться надо к этому очень просто. Нет там никакой политики. А есть вот эти самые нашисты, есть вот эти самые стоп-камы, только, так сказать, турецкого разлива. И пусть они себе бесятся. Но как было бы здорово, если бы они продолжали беситься, а мы бы им вколачивали, и девчонки-то наши это могут делать. Надо побеждать на поле, а не бросаться в них обратно, так сказать, этими банками и показывать им всякие жесты. Что тоже мы делать умеем, не надо опускаться до хамов.